Друзья, всем привет с острова Тенерифе, из города Пуэрто-де-Ла-Крус. Сегодня простой, банальный такой салатик будет оливье. Единственное, покажу, что я делаю с этим оливье, как я его делаю, потому что немногие так делают. Покажу некоторые секретики моего салата оливье. Кто-то готовит его с курицей, кто-то любит с индюшкой, кто-то с говядиной, со свининкой, с колбасой, с чем угодно можно готовить его оливье. Но самое главное — правильно приготовить продукты. Вот с этого мы и начнем, что я делаю для приготовления оливье. И для оливье нам понадобится. Значит, у меня запеченное в фольге мяско. Запекалась эта говядинка. Значит, она такими слоями по полсантиметра где-то. Вот, пластами такими. Значит, я поперчил, посолил ее, завернул в фольгу и отправил в духовочку запекаться на 45 минут при температуре 200 градусов. После чего вынул, дал немножко остыть до теплого и поставил в холодильник. Это для того, чтобы можно было хорошо нарезать его. Потому что теплые продукты не очень хорошо нарезаются. Затем морковочка. Морковочка точно так же запеченная. Видите, да? Также взял, значит, смазал растительным маслом немножко, посолил, поперчил и по две морковочки вот так завернул в фольгу и тоже запекал при температуре 180 градусов. Картошечку также запекал. Тоже взял, полил растительным маслом, помыв предварительно, посолил, поперчил, завернул и запекалось все вместе у меня морковочка, картофель. Теперь у меня отваренные яйца. Я буду использовать не все. Я буду штук 5, наверное, использовать яйца. Яйца не испортят оливье. Тоже взял, охладил их холодной водой после этого. Буду использовать майонез. Майонез и мандарин. Мандарин в конце покажу, для чего я использую и куда использую. Затем зеленый горошек. Лучше брать, конечно, замороженный горошек, его размораживать. Если он плохо размораживается, можно залить кипяточком, чтобы долго не ждать. И вот такие маленькие корнишончики. Видите, да? Корнишончики будем использовать. И еще будем использовать один свежий огурец. Свежий огурец сейчас я достану из холодильничка. Вот такой часть свежего огурца. Значит, сегодня, так как на ужин я подаю, сразу нарежу огурчик. А часть салата, если будет много для двух порций, значит, я не буду докладывать свежий огурец, потому что свежий огурец дает воду. Все, сейчас что мы делаем? Сейчас мы очищаем картошечку. Так, берем ножичек небольшой. А лучше даже для овощей. Вот такой нож для овощей берем. И все, начинаем по порядочку. Очищаем картошку вначале, затем морковку. Так, ну очистку я показывать не буду, все умеет очищать. Все, друзья, все почистили и приступаем к нарезке. Приступаем с яиц, допустим, начинаем. Сильно не мельчим. Где-то порядка 6-7 миллиметров на квадратике режем. У кого есть яйцерезка, можно яйцерезкой. Кого что. Вот так. Нарезаем яйца. И все ингредиенты таким же образом нарезаем на квадратики. Крупное я не люблю. Мелко тоже, чтобы каши не было. Ну, вот так достаточно. Все, нарезаем. Вслед за яйцами нарезаем картошечку. Тоже так же вначале на слайсы. Нарезаем. А затем будем квадратиками. Картошечку, когда вы запечете, дайте полностью остынуть, а еще лучше потом в холодильник на некоторое время, чтобы она полностью была остывшая. Тогда она хорошо режется и не будет крошиться у вас. Вот так на слайсы. И потом будем дорезать уже на мелкие кубики. Все, и все ингредиенты таким образом нарезаем. Мяско тоже таким же образом будет нарезаться. Все ингредиенты будут у меня написаны под видео, как всегда.
Вот я на слайсы нарезал, а теперь буду нарезать на квадратики. А теперь приступаем к лицку нарезки. Я говорил, что оно у меня такими слайсами порезано было. Говядинка. Вы можете использовать любую. Можете куриную грудку. Можете индейку. Можете вареную колбасу. Я с вареной колбасы сразу говорю, что не очень люблю оливье. Хотя на Новый год всегда раньше подавали именно с вареной колбасой. Можно и рябчики использовать, как в древние времена. И сам оливье в истории написано. И тоже вот так вот меленько режем. Мяско получилось мягкое, запеченное. И оно готовилось, собственно, прямо в соку. Запекалось. Посему всем рекомендую приготовить именно по этому рецепту. И вы поймете, что это очень вкусно. Все. И укладываем нашу плошку в миску. Вот. Так. Сейчас открываем зеленый горошек. Так, водичку я люблю выпивать. И высыпаем зеленый горошек. Теперь очередь корнишончиков. Смотрите, какие они маленькие. Видите, как их удобно будет нарезать даже. Прямо в поперек разрезать. Этого будет достаточно. Вот так. Только в поперек бьем. Они совсем малюсенькие. Корнишончики. Итак, баночку корнишончиков мы порежем в салатик. Вы можете взять соленые огурцы. Тут уже на любителя. Можете просто свежие взять, если с огурцами с такими не любите. Все. Теперь мы берем майонез. Еще можно немножко добавить. Так, майонез оставляем в сторону. Берем, разрезаем на две части наш мандарин и секретный ингредиент. Выдавливаем сок мандарина. Мандарин придаст такую пикантность. Это не будет, не подумайте, что это будет какой-то сладкий салат с мандарином прямо. Нет, он просто придаст пикантность. Это получит оливье салат совсем другой вкус. Будет немножко такой мандариновый привкус. Так, все. И выливаем наш мандариновый сок. Теперь надо взять нам... Сейчас мы найдем. У меня такой вот миксер ручной. И смешиваем в однородную массу. Получится не густой, опять же, соус. Все, смешали. Так, оно. Так, можно немножко добавить перчика. Вы можете не добавлять, смотрите, на любителя. Немножко перчим. Вот так. И еще раз замешиваем. Наш перчик смешался. Все. Теперь будем добавлять наш салат. Вот наш салат.
разливаем наш салатик. Наш салатик. И аккуратненько будем перемешивать. Ну, перемешиваем аккуратно, чтобы не сделать такую кашицу болотца. Аккуратненько перемешиваем. Можно еще добавить лучка. То есть при желании можно добавить лучка. Вот, кто не любит лук, можете не добавлять. Вот так. Видите, какой он яркий получился. И кусочки отдельные, в общем-то. Достаточно майонеза. Вот. Еще можно немножко ложечку добавить, чтобы не был суховатый. И аккуратно перемешиваем наш салат. Перемешиваем снизу вверх. Все, сейчас попробовать надо. Все превосходно. Единственное, что чуть-чуть надо подсолить его. Сейчас мы подсолим. Немножко буквально. Все, потому что огурчики тоже свою соленость имеют. Этого достаточно. И еще раз перемешиваем. Все. Наш салат оливье готовый. Сейчас будем пробовать его. Друзья, ну вот у нас получился вот такой салатик оливье. Он получился яркий. Я говорю, не мельчите салат оливье. Не надо делать кашу из него. Затем у нас вот такая коньячок Бренди. Вот это новый коньячок 36%, 36 градусов. Вот, и сейчас будем пробовать. Я вначале хочу поднять тост за ваше здоровье, вам солнечных дней. У нас сегодня океан штормит. Вот. Я пью за вас. Все оставайтесь живы, здоровы. И хорошего вечера. У нас уже вечер. Прекрасный. Чуть сладковатый. Чуть-чуть сладость есть. И сейчас пробуем наш салатик. Да. Кстати, лук я не ложил, но вы можете использовать лучок. Любой. Можно зеленый взять, можно такой лучок. Я не стал класть сегодня лук. Получился очень вкусный. Очень чувствуется запеченная говядинка. Все сочетается. Легкий привкус мандаринового сока присутствует в этом соусе. Вкуснота необыкновенная. Корнишончики очень хорошие. Немного уксуса. Все получилось просто супер на ура. Я всем рекомендую приготовить такой салат. Единственное, что, повторяю, вы можете использовать замороженный горошек. Это намного интереснее будет. Более ярче. Овощи все запекайте. Побольше яиц, не жалейте, яйца недорогие. Салат всегда оливье, любит яйца. Не забывайте ставить лайки за видео. Все оставайтесь живы, здоровы. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока.